В Озерске при благотворительной поддержке производственного объединения «Маяк» в третий раз проходила Всероссийская летняя творческая школа «Волшебство звука». В ней приняли участие 32 юных таланта из Озерска, Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Кослей, Екатеринбурга, Москвы и Петропавловска-Камчатского. Летняя музыкальная школа. Ее название говорит само за себя, но у ребят хватало времени и сил не только на музыку, но и на игры, квесты, выездные концерты. Дочь Натальи Александровны Гудковой часть летних каникул посвятила музыке. Она попала в эту школу, став дипломантом вот этого всероссийского конкурса «Волшебство звука», и ее взяли позаниматься летом. Отключившись от школы, от учебного процесса, от уроков, Ксения с удовольствием занималась с самого раннего утра, приходила домой поздно и была вся вот увлечена музыкой. Прекрасным завершением летней музыкальной школы стал гала-концерт. Дети исполняли произведения русских и зарубежных композиторов. Конечно, уровень сложности произведений зависел от возраста участника. И было видно по всему, что на сцене царила атмосфера творчества. Сегодня в этом зале царит атмосфера, состояние, настроение творчества. Причем творчество охватывает и слушателей, и исполнителей. И это состояние, эта атмосфера, которая, конечно же, отзывалась разными красками и в произведениях музыкальных, и в том, как кто себя чувствовал в течение сегодняшнего дня, вечера. То, что творится за сценой, это непередаваемое ощущение, потому что дети переживают друг за друга. Они стали, на самом деле, одной музыкальной семьей. Они стали творческими коллегами, они стали друзьями. И это очень здорово, это очень ценно, то, что они переживают друг за друга, волнуются. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнительского мастерства, педагоги творческой музыкальной школы Дмитрий Онищенко, Мария Смердова, Мария Теплякова, Иван Иванов, покидая Озерск, признавались в любви к нашему городу и детям. Каждый из этих детей – это настоящий цветок. Это действительно, они все разные, и это как разные стихии. И каждый из этих детей на этой школе достиг маленькой победы. Thank you.